Ласточки не дадут соврать. Они уже готовятся, будут выступать вместе со мной. Мы договорились с ними. На выступление актера театра и кино пришли не только дети. В зал залетели ласточки. Летали они только в перерывах. Во время чтения стихов Антона Шагина замирали. Затянули песни ливни, монотонных тонких струн. В этот час медитативный еле слышен бег секунд. Известный актер родом из крохотного города Кимры Тверской области. В 9 классе его выгнали из школы. Он был слишком непоседливым. Учительница в ПТУ посоветовала поступать в театральный. В начале 2000-х парень прошел огромный конкурс. 150 человек на место. В школу-студию МХАТ. Один из главных секретов для поступления Антон рассказал южноуральским школьникам. Ребята, никогда не бойтесь показывать и пробовать перед другими. Не стесняйтесь. Это запрещено делать. Если вы хотите заниматься актерской профессией, нужно себя в эти обстоятельства бросать. Антон Шагин прилетел специально, чтобы пообщаться с юными южноуральскими театралами. Для выступления он подготовил собственные стихи, музыку для которых писал его Шурин. Дети, затаив дыхание, слушали артиста. Он очень хорошо рассказывал стихотворение. Я слушала его внимательно. Вот дрожь была, прям мурашки иногда. Я хочу так же научиться, как он. В детском лагере «Радуга» Кыштымского медиэлектролитного завода проходил юбилейный 5-й театральный семинар. Сюда приехали школьники со всей области, которые хотят стать артистами. Это не мечта, для меня это цель. Я этим горю, я хочу это. Я выхожу на сцену, я понимаю, то, что все, я здесь сейчас отдамся всем людям, я отдам эту энергию, Вот, берите меня. По традиции, на протяжении всей смены со школьниками занимались известные педагоги, режиссеры и артисты. Все для того, чтобы дети поверили в свою мечту и почувствовали себя настоящими актерами. В моем кино вообще не говорят. Все больше кислорода через жабры, в подснежном экипаже по кольцу. Наталья Петрухина, Дмитрий Бочко, Сергей Олейник, 31 канал.